32-летний саратовец попытался провернуть масштабную и опасную для жизни спецоперацию. Облачившись в маскировочный костюм с помощью альпинистского снаряжения, он спустился с крыши на 10 этаж и отжал пластиковое окно. Залез в квартиру, попытался украсть. Не что получилось. Украсть? Не знаю, ничего не было. Не было ни денег, ни ценностей. Несмотря на маскировку уровня ниндзя, все в этот день было против горе-воришки. В Центр оперативного управления МВД России по городу Саратову поступило сообщение от жителей города Саратова о том, что неизвестные подозрительные граждане находятся на крыше многоэтажного дома. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. В результате обследования местности был задержан гражданин, схожий по приметам. Даже при условии, что правонарушитель ничего не похитил из квартиры, ему все равно придется расплачиваться за свои действия. По данному факту, 26 января 2018 года отделом полиции номер 5 в составе УМВД России по городу Саратову возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренных частью 3 статьи 30 пунктом А, части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Андрей Багаев, Денис Гребенщиков, Анастасия Потапова. Вести, дежурная часть. Саратов.